Вообще в филармонии есть целая система абонементов, которые предполагают, что малыш в 2 года, как только он учится хорошо ходить, и как только ему становится интересно играть за пределами своей комнаты, он приходит к нам и начинает играть под музыку и вместе с музыкой. Детки начинают ходить на музыкальные сказки и на интерактивные детские программки, где они немножко фоново, но учатся общаться с музыкой и с музыкантами, приобретают первые навыки посещения концертного зала. Но прежде чем перейти в большой зал, и чтобы не испугаться происходящего там, и чтобы чувствовать там себя как дома, мы предлагаем им 3-годичный цикл концертов, где наши слушатели, уже повзрослевшие, с 5 до 7-8 лет, могут познакомиться со всеми музыкальными инструментами и со всеми главными ведущими топовыми солистами симфонического оркестра. И не только симфонического. В этом абонементе мы не играем с детьми, мы с ними разговариваем. Мы с ними изобретаем музыкальные инструменты. И дети в конечном итоге должны понять, как сделать из лука контрабас, как на кухне можно сделать настоящую ударную установку, сидя дома с мамой и с папой вечером на радость соседям. А заодно приобретают огромный пакет знаний. То есть чем, собственно, отличается, например, гобой от кларнета? Чем связаны между собой инструменты, которые называются медные? Как появились на свет домры, как их реконструировали и так далее? Вот всем этим мы занимаемся весело с лучшими филармоническими солистами в течение 3 лет на нашей сцене малого зала.